Когда вы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас чуточку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас, спросим советы у специалистов, побываем в интересных местах, ну и, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и зарядиться позитивом. Слушай, ну мы с тобой как в той сказке. Принцесса была прекрасной, погода была ужасной. Поэтому что нам надо с тобой сделать? Правильно, вкусно поесть. Пошли вы в Веткук. Ого, вот это зал! Ну, у нас сегодня с тобой день открытия. Новый зал в Веткуке, новинки в меню. Обязательно попробуем том-ям, вьетнамский суп, потом напиток, есть очень необычный бабл-ти. Ну, ты знаешь, я тебе так скажу, моя дорогая. Быть в Веткуке и не попробовать бумба-намба – это просто преступление. А это, между прочим, популярный вьетнамский суп на кокосовом молоке с креветками, кальмарами, грибами, кинзой и специями. Здесь не используется готовая паста, бульон варится на креветках и кальмарах. Супчик просто бомба, класс. Слушай, ну там девушка сидит, мне кажется, я откуда-то знаю. Ну, ничего не вижу, зал такой огромный. А это bubble tea. Готовится из жасминового чая с вьетнамской матчей, сливками и жемчужинами тапиока. Вот видишь вот эти жемчужины? Это тапиока. Выглядит, как будто какая-то улитка. Знаешь, так она дочисла. А это цветочный лимонад. Пробовала когда-нибудь? Вот и я нет. Ребятушки, вот ни на что не похоже, но очень вкусно. Не зря вьетнамцы говорят, что еда для них – это лекарство для души и тела. У нас, кстати, чек на 500 рублей, да? Чуть побольше. Отлично, сейчас здесь надо заполнить фамилию, имя, телефон оставить на кассе. Для чего, для чего? Розыгрыш будет! 1 по 10 мая участвуем в розыгрыше, а итоги подводят 11 мая в прямом эфире в Инстаграм. Так что можем выбрать призы и подарки от Веткука. Здорово, да?